Рубрика «Интересные факты о советских фильмах». Знали ли вы, что изначально на главную роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» хотели утвердить Юрия Никулина, Евгения Евстигнеева, Евгения Лебедева, Георгия Вицина и Владимира Этуша? Но по разным причинам вышеперечисленные актеры не зацепились за роль Ивана IV и управдома Бунши. Однако мы все знаем, кто идеально вписался в образ великого государя.